В Баку проходит открытый чемпионат по единоборствам «Винчун», что с китайского переводится как «Вечная весна». Визитная карточка данного вида боевых искусств – ближний контактный бой с быстрыми ударами и плотной защитой. Под строгим наблюдением судей одной из дисциплин соревнования по единоборствам «Винчун» спортсмены выполняют технику первого уровня «Сиулим-Тао», стоя на одном месте во фронтальной стойке. На начальном этапе комплекс выполняется медленно, без напряжения мышц, с концентрацией внимания на траектории движения рук. Согласно правилам, бой «Винчун» идет 3 раунда, каждый из которых длится 1,5 минуты с перерывом 60 секунд между ними. Триумфатором становится тот, кто одержал победу в 2 периодах. Среди участников чемпионата – спортсмены разных возрастов. Среди них есть дети и подростки. Мы дали старт открытому чемпионату. В нем участвуют юные и опытные спортсмены из столицы Азербайджана. Весовая категория начинается от 36 килограмм. Цель проведения соревнований заключается в привлечении подготовленных спортсменов к участию в крупных соревнованиях. Национальная команда будет формироваться из победителей данного турнира. К слову, хотел добавить, что в апреле 2023 года открытый чемпионат Европы по «Винчун» планируется провести в Азербайджане, и по этой причине мы постараемся проводить больше подобных чемпионатов. Состав сборной может определиться уже на ближайших соревнованиях. Азербайджанские спортсмены демонстрируют особый талант в этом виде единоборств, потому наставники «Винчун» возлагают на них большие надежды. В перспективе наших спортсменов ждут многочисленные международные турниры на звание мастера «Винчун». Рамиз Миришли, Наиб Гаджиев, CBC.